Всем привет, друзья, с вами Ял. И что ж, сегодня у нас будет обзор мода слэш выживание с лаки блоками. Да, смотрите, какая погодка. О, что вы там делаете? Мистер Овца, вы что там стоите, а? Окей, да. Мод нам добавляет вот такие вот парящие в воздухе стеклянные кубики. Он называется Cube World. И это все, что он добавляет. То есть вот такую вот, ну, на первый взгляд, обычную деталь, но которая очень разнообразит нам впечатление от приключений в мире Майнкрафта. Но я тоже решил все-таки немножко разнообразить. Расставил в этих стеклянных кубах лаки-блоки. И сегодня мы будем их открывать, будем путешествовать в этом мире стеклянных кубов в Майнкрафте. И что ж, надеюсь, вам понравится. Обязательно ставьте лайки. Давайте наберем на этом видео, не знаю, миллиарды лайков, миллионы, тысячи, сотни, два лайка. Да. Окей, что ж, погнали. Наверное, начнем. Я буду просто исследовать эти кубики. Здесь вот, смотрите, в каждом кубе разные биомы. Они, кстати, автоматически генерируются. И этот мод для версии 1.10.2, поэтому лаки-блоки у нас, соответственно, для версии 1.10.2. И я надеюсь, что из них будут выпадать какие-нибудь классные вещи. Ну, вот это вот, например, уже я знаю такой дроп. О, ух ты! Ух ты, какими ты крутыми вещами торгуешь! Вот я бы у тебя закупился. Да, что ж, давайте будем смотреть. О, красители, да? То есть просто красители. Ну, это мне все не надо. Я это все, наверное, выкину. Просто красители мне не особо нужны, спасибо. Да. Эй! Эй, нет! Блин, вот так сразу в ловушку. Серьезно. Water breathing. Я смогу отсюда выбраться? Я не смогу отсюда выбраться, это же ловушка. Нет. Что делать? Даже если у меня будет water breathing, я не смогу кулаком разбить обсидиан. Спустя 200 лет. Я ведь никак не смогу отсюда выбраться. Инвизибилити мне не поможет. 5 минут water breathing. Не, ну может быть поможет 5 минут. А ну-ка, я за 5 минут не смогу сломать. Окей, у меня не получилось выбраться из этой ловушки. Мне пришлось принять меры. О! Ух ты! 20 алмазов! Отлично! Я могу себе купить какой-нибудь нагрудник, да? Так, вот они мои зельки. Круто. Так, давайте разобьем вот этот лаки-блок. Посмотрим, что у нас здесь. Рыбы и удочка. Так, рыбы. Рыбы идут в воду. Потому что рыбы морские существа. А удочкой мы сейчас поймаем курицу. Курица, спасибо, что ты плаваешь, что ты есть. Спасибо, что есть. Ух ты, лук. Heroes Bow. Ух ты, вот эта тема. Так, давайте посмотрим, что здесь. Эндерперлы. Эндерперлы, вот то, что мне нужно. Ребят, что ж, я не ставил никакого keep inventory, поэтому мне нужно быть очень аккуратным. И я, пожалуй, сделаю как-нибудь вот так. Я сейчас, наверное, пойду к этому вилладжеру и куплю себе нагрудник хороший. Потому что если вдруг что-то взорвется или что-то случится, мне нужно будет хоть как-то защититься. Ага, вот ты где. Вот ты где стоишь, да? А, ты не стоишь. Эй, стой! Ну куда ты упал? Стой. Я хочу провести сделку. Сколько стоит? 24. Я что, могу купить только штаны? Ну ладно, давай штаны. Хорошо, я возьму штаны. Найс, у меня теперь есть штаны. Замечательно, друзья. Давайте копать. Нет! Фух! Зелечко! Так, мне нужно как-то выбраться отсюда. Фух! У меня была зелька Fire Resistance, я выжил! Слава богу. Да, ребят, это выживание, поэтому я здесь без креатива. Без... О, нет, лаки или анлаки. Вот это плохо, я пока не буду выбирать, не хочу выбирать.
Так, мне нужна еда. Ребят, мне нужно как-то восстановить здоровье. Потому что у меня полтора сердца. Как я доберусь до того лаки-блока? Я не до него, наверное, не буду добираться даже. Я ведь не могу даже эндерперлом. Хоть бы не взрыв какой-то. Фух. Фух. Аккуратно. Незерстар. Незерстар. Хорошо. Так, отойдем чуть подальше. Фух. Фух, мне... Серьезно, я теперь боюсь разбивать лаки-блоки. Потому что если вдруг какой-то взрыв, то будет очень плохо. Так, аккуратно, давайте попробуем... Давайте, может быть, попробуем как-то их по-другому открывать. Может быть, какой-нибудь механизм или нет? Нет? Так, это что? Evil Potion? Ой, нет, это что-то очень опасное. Я не буду это трогать. Вода! Отлично, вода. Мне понадобится молоко. Это очистит эффекты, но не надо мне очищать эффекты. Это мне не надо. Окей. Что ж, моя задача добраться до другого острова и разведать... Ну, я буду называть это островами. Другого кубика. И разведать, что там есть. Так, овца. Овца, привет. Овца. 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 Ох, привет. Ну, что ты там стоишь, а? Что ты там стояла? Что ты хотела, овца? Так, а может быть мне как-то... Даже не знаю. Кидать эндерперла на другой остров — это очень опасно. Но у меня есть вода, я могу упасть на другой остров с водой. Да, это вариант. Действительно, это вариант. Так как у меня нет блоков, давайте, может быть, я немножко покопаю блоков. Что ж, мод довольно интересный. Классный. И если мы на этом видео наберем побольше лайков, ну не знаю... Если вам он действительно понравится. Что, откроем? Все-таки откроем. Давайте разольем воду, чтобы нас не сильно задамажило. Так, я смогу удерживаться на этой воде? Так, давайте сделаем как-то, знаете, вот как-то так. Вот так, раз. Теперь разольем сюда воду, чтобы если вдруг там взрыв, то он нас не сильно закоцал. Фух, там не взрыв. Хорошо. Это были какие-то часы, да? Так, хорошо, давайте сейчас попробуем... Попробуем вот этот лаки-блок разбить. Так, спокойно. Куда бы поставить блок, чтобы меня не унесло? Вот сюда и вот сюда. Так, и теперь вот сюда. И вот так вот. Все. Так, спокойно. Что там? Топор! Отлично, топор я заберу! Топор и кирка! Топор и кирка, это круче. Это круче, чем просто топор. Да. Окей, так, ну мне нужна какая-то еда. У меня есть 9 блоков. Я, наверное, все-таки буду строиться. Не хочу рисковать и делать вотербакет спуск. Хотя я в нем довольно неплох. Так, ну 17 блоков мне хватит. Вряд ли мне хватит 17 блоков. Давайте еще накопаем. И что-то мне кажется, что здесь где-то еще есть лаки-блоки. Ух ты, нет, тихо. Я ведь прыгнул, я нажал пробел. Опять этот пробел. Тихо. У меня всего одно сердце. Что мне делать? Не знаю. Ладно, все-таки набрал блоков. Давайте выбираться из этого кубика. Фух, смотрите-ка. Давайте, куда мы отправимся? Куда, на какой остров мы отправимся? Да что ж, это будет, скорее всего, первая серия. Если вам действительно понравится такая рубрика, такая серия роликов, то я обязательно выпущу вторую серию, возможно, и третью. И так далее. Давайте попробуем достроиться до, наверное, вот этого мира. Друзья, уже ночь. Уже очень опасно. Так, давайте я, чтобы не рисковать, мы пойдем все-таки на вот этот остров. Я вот здесь разолью воду. И мы аккуратненько просто спустимся по воде. Потому что я серьезно не хочу рисковать. У нас ведь выживание. Так, и, кстати, будет, да, будет такое вот возвращение на этот остров, если нам там не понравится. Там холодно, кстати, там... Не люблю холод. Хотя и жару тоже не люблю. Так, ну давайте посмотрим. Мне очень нужно... О, тут уже раскопано. Мне очень нужно какие-нибудь вещи. Мне нужна вода обратно. Вот это вот действительно нужно. А здесь нет воды, здесь все замерзнет. Если я... Начну спавнить здесь воду. Hero Villager, опять ты. Привет. Ну я очень рад, что ты... Hero Potion, 13 алмазов. Мне нужно 13 алмазов, чтобы восстановить себе здоровье, да? Что она делает?
Resistance, да-да-да, делает вроде Resistance. Отлично, но мне также нужна... Так, аккуратно. Тихо, только не взорвись, пожалуйста. Фух. Фух. Так, спокойно. Давайте, куда мы пойдем? Мы пойдем куда-нибудь вот сюда. Аккуратно. Так, прыгаем, прыгаем. Нам нужно спуститься. Там скелет! О, нет! Нет, 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 не стреляй в меня, пожалуйста! Я свой! Я свой! А, не нужно! Ребята, вы что творите? Блин, это какой-то опасный... Опасный какой-то кубик попался. С мобами злыми. Блин, а сейчас еще и ночь. Мне вообще сложняк будет. А, сложняк будет отсюда выбираться. У меня блоки закончились. Нет, что мне делать? Так, что я могу сделать? Что я могу сделать? Я могу вот, вот, я могу вот эти взять. Пожалуйста, только не напади на меня. Дайте блоков, дайте блоков. Блоки нужны срочно. Так, 7, отлично. Вот, я к этому лаки-блоку иду. И я очень надеюсь, что он... Что он будет... Хорошо. Неплохая удочка. Неплохая удочка, да. Окей. У меня есть уже одна, но у меня теперь есть и получше удочка. Отлично. Ну вот с одним сердечком. Как можно выживать с одним сердечком? Жесть какая-то. Я еще никогда так не осторожничал. Вот серьезно. Так, ладно. Давайте отойдем. Опять. Ты снова меня заставляешь выбирать. Лаки блок. Ты издеваешься? Так, давайте вот этот. Стрелы! Стрелы! Боже мой, спасибо! Спасибо, 31 стрела! Я теперь хоть как-то могу противостоять мобам. Этим злым скелетонам, которые хотят от меня только... Не знаю, чего они от меня хотят. Так, ладно, давайте аккуратно вот сюда пройдем. Здесь никого нет. Скелетон! Только рыбнись. Только рыбнись. Нет! 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 Ну что ж, ребят, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки. Наберем много лайков. Обязательно выйдет вторая серия, где мы продолжим исследовать этот мир кубов в Майнкрафте. Что ж, да. Я... Да, скажу сразу. Я здесь два раза... погиб, но первый раз была ловушка, из нее нельзя было выбраться, у меня не было никаких средств, поэтому я решил просто пропустить это, но вот именно в этой серии роликов, надеюсь, что это будет серия роликов, у меня будет всего одна жизнь, и мне нужно будет выживать, вот так вот, такие вот, при таких вот обстоятельствах, да, там разные лаки-блоки, и плюс 80 удачи, и минус 80 удачи, и обычные нулевые. Поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть, что у нас в других стеклянных биомах, стеклянных этих кубах. Что ж, да, все, на этом все. С вами был Ял, всем большое спасибо за просмотр, ребят, вы самые лучшие. Что ж, всем удачи, всем пока.